Поехал к оранжевому вниз. Еще желтый, да, тут нахуй. Я даже не знаю, где, как, куда войска-то распределять. Так, у желтого тоже туда оставлю. Блин, надо оранжевый. Вот это и вот это хапануть. Хочешь. Так, эти я войска сюда. Есть атаковать цель. Выдвигаемся. Это кинь тоже сюда. Так, эти все, короче, на мост поехали, блядь, пизду. Так, это все в бок. К оранжевому там горка. Тесно не успею, блядь, не успею. Довезем. Саперы ждут приказа. Есть. Довезем. К маневру готов. Поехали. Довезем куда надо. Моё. Маневр готов. Есть атаковать. Мне кажется, мы тут вдвоем тали вообще не осилим. Конечно, попробуем. Да он тройной смысл от него нет. Ага. Я все равно тут поставлю зенитку, поставлю. Оп, я на тот берег перебираюсь уже. А, нет. Ага, вижу, извини, не видел. Отвлекся. А там. Толк там, блядь, стоит этот, как его там, пушка такая, блин. От танго подвести танком шлях. Я слепой, я всеми танками еду оранжевую брать. О, еще. Как они быстро до оранжевого дошли. Я к зеленому фигачу. Прям врасплох взялись. Я самолет, короче, пускаю на оранжевый, пизду. Иначе я его не возьму. Там зенитка и пехота, больше никого нет. Да, танк я тут потеряю, конечно. Оранжевый возьмите, нет, 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 не оранжевый возьмите, ребят. Я потому что сейчас возьму оранжевый. Блин, отбей его, пожалуйста, немножко. Я не отобью. Он всех все послал. Одна пошла вперед, а, блядь, уже не пошла. Блядь, я думаю, чё... А, Али, я на оранжевую послал сюда разведчика. Бля, я все, пацаны, это профукал. Я разделил войска. Подбегу, все танки потерял. Ну, половин, короче. Короче, я пока без этого. А у меня еще тут есть нормально оборону выставлю. Блять, а там когда на... Бля, мост, Сань, занимай, синий займешь, блять, круто будет. Сань, попробуй взять синий. Поставь сюда с человечка и сюда. А он танками тут пока едет. Пока дуплит, танки медленные. Он, видишь, просто туда побежал, может, успеешь, блин. Я только с Саней
Я перебрался, лоханулся с мостом. А они оранжевый берут, да? И красный берут? Не, красный не берут, красный. Где этот разведчик? Он что, уже все сбили его? Ой, да. Нихуя себе, блядь. Неожиданно. Хуя они там разбили нас. Я проехать не могу, сука, пиздец, он тут поставил, тоже остров не могу захватить. Пиздец, короче, я вообще тут профукал все, нахуй. Так, я пока синий держу. Давай. Я оранжевый попробую забрать. Ух, там ебать, там танков, нахуй. Ну давай попробую, хуй знает. Вряд ли что у меня получится. Надо было просто тех танков, все, я бы оранжевый взял, на остров хуй надо класть было. Синий взяли, наверное. Мы оранжевый профукли, надо было оранжевый мне держать, нафиг. Хрень, пострадали просто. Я на остров попасть не могу просто. Тут потому что кирпичом все заложено. Ошибка стратегическая. Он тоже остров взял, блин. А тут не проехать, тут надо было тяжело танки сюда гнать, вот эти кирпичи ломать. Прикольная карта, не знал. Подкрепы. Блять, взорвал машинки мои, да? Прикольно. А самолеты вот тут. Чё, через 7 секунд будет подкреп. Буду остров пытаться сейчас взять, чё. Или оранжевый пытаться взять. На остров забить. Что скажете? Оранжевый будем брать пытаться? Я пока занят на вот. Слушай, один там сюда поведу, там посмотрим. Готовы, товарищ командующий. Пехота готова. Попробуй оранжевый туда отбить, нахрен. Я отпустил всех, нахрен. Тебе бы мост сломать, да, Сань? Да тебя хуй-то тут доберешь до этого моста. А у тебя война там вообще идет, ни хрена себе, у тебя там побоище танковое. Это ты с этим ебашь. С новеньким. Он за немцев. Знаешь, там все, блядь, нахуй. А еще гаубицы есть. Откуда у нас гаубицы? У меня не было. Как? А где мои гаубицы? Только не говорит, что я и гаубицы прав. Понятно. Ничего. Не знаю, я их потерял, короче. Не вижу. Что-то я расслабился. Простите, парни. Это фиаско, но и гаубиц нет. Да, с гаубицами сейчас полегче было. Пехота готова, товарищ командир.
А чё-то самолет сюда опустил-то? У тебя гаубицы его стоят, смотри. Твои, Али. Застряли тоже. Он гаубицами накидал, да, блять, ну пиздец, гаубицы прибал начальник, да, ну короче. Да, грузовики, стрелки, русские наметы, КВ, ИСы, бляха, тебя теперь убивать там. Пехота готова. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Ну да, а у него кирпичей не было. Ну да, им полегче, мост починил да проехал. Где-то. А этот мозги ебу, проехать не могу. А кирпичи только убираются пушками, только колоть, либо машинка может их убрать. А как убирать? Артиллеристы готовы. Да ведем куда надо. Пехота готова, товарищ командир. Так точно. Зачем? Блять, как арту проебал, вот мне интересно, куда она делась? Сапёры ждут приказа. Просто. А твоя так стоит нерабочая, вот. Ты чё тут и не работаешь. Поставлю вот стрелять, тогда что делать? Надо оранжевый захапывать, ошибки свои исправлять. Крепаем. Выдвигаемся. Угу, хорошо, дал, спасибо. Даже не заметил. Артиллеристы готовы, товарищ командир. Сапёры ждут приказа. Жду приказа. Короче, ладно, профукал я остров, я уезжаю с ним, даже не буду им заниматься. Готова, товарищ командующий. Пехота готова. Ё-моё. Есть. Что там думать, что там идёт? Пехота готова. Пехота готова. Так точно. Пехота готова, товарищ командующий. Бегом. Сапёры ждут приказа, товарищ командующий. Будь как новый. Пехота готова. Есть. Да вижу я все. Стоит, стоит, может он поедет по прямой дальше, что получит. Поедет. Жду дальнейшего. Надо миномет подвести, подожди. Теперь, блядь, на Каспе, Фредька, все профукало. Саня, самое главное, остров, чтобы не профукало, все будет туда. Ну все, танк пизды валили вроде.
Зенитка там где-то. Ставьте, блядь, нахуй, быстрее. Пехота готова, товарищ командир. Бегом. Расчет. Бою. Пехота готова. Ну что, несколько минометов, что ли? Да, неплохо. Маневр готов. Есть атаковать цель. Артиллеристы готовы, товарищ, товарищ командир. Видит, отходим. Остров изолировал я. Да. Так, я сейчас с артой буду поддерживать оранжевый с нашей стороны. Давайте работать. Да вижу, артой работает и вся хуйня. Сейчас запущу, у меня ну, это полно. Я миномет там тоже стоят нормально, поэтому все. Вдвоем пошли тут немец и русский. Сапёры ждут приказа. Что дали? Три танка вижу. Самолет полетел, сука. Да миномет убирать.
Ой, а у немцев это еще хуйня, которая выжигает пиздато. Легко, я тебе могу сказать, почему мы так не можем его сбить. Блять, он не один, они там, смотри, пуляют, как его. Ебать, тебя как. Ну, красным они повалили, короче. Надо прикрыть ледокольника. Жопа, наверное, этого не снять. Вы своего бока давите, да давите, чего паритесь-то. Да, я лоханулся, я с оранжевым подставил вас. А что, они на острове взяли, да, на своем? Да, я туда проехать не смог, там эти говно стоит, там нереально проехать, короче. Но... Я попробовал, это была ошибка, надо было отдать просто острову, и все. Они заебали, у них это, ну, тигры эти хрена. Блять, они пиздец к красному подходят. Эти як-тигры, точнее не як-тигры, которые... Отходим, короче. Я вообще ничего сделать не могу. Просто шмонает, 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 нахуй. Блять, прорываются пацаны красным. Алина, это тоже подтянуть из двух рук. Он просто идет этим штурм тигром, пихает, грубо говоря. Надо вот это. А вон этот штурм тигра есть, блять, нахуй. А к ним не подойти, а впереди тяжелая техника, нет. Берет, сука. Алис, сможешь, тут у тебя небольшая группировочка есть, вот тут продавить. Я сейчас тут вижу их артиллерию, накрываю. А, да? Блин. Бля, ребят, они красный сейчас заберут, я ничего сделать не смогу. Пиздец. Али, надо, короче, заниматься этими, с красным флагом, который там, по центру. Я туда и лично еду. Не успеем, все, пизда. Они потому что тех взяли, видите, у них пустые лагерь. И просто всеми пошли. Ну, просто грубую взяли, грубую пошли. Это фиаско, конечно. Ну, это я виноват, полная вина моя. Я думал, я заеду в это, на остров, а туда заехать нереально просто. Там эти кирпичи стоят, пиздец. Отчинить мост, вот этот, и пройти в эти флаги к этим. Да они уже успеют сейчас подкреп получить просто. Красно-красно надо отбивать, блядь. Но уже не успели. Блядь, ну ты ебаный урод. Все, видишь, сохранил. Да видео куда надо. Рота готова.
Тут она была на стуле, не понятно. Узнать. Лёшка продавили там. Дальше обороны. Я тут все. Да, блядь, конченая эта машинка. Куда она поехала? А я сейчас вот это тоже брать буду. Ну что, надо ехать тогда этот. Угу. Сейчас. Это я вначале растерялся, короче. И то хотел захватить. Жадность, как обычно. Ничему хорошему не приводит. О, едут. Что там у вас силы есть? Надо все туда направить. Не-не-не, там возьмут они. Блин, Олег, у тебя что тут есть? Ой, бля, берут, ёбаный грот. Да. Они свой не держат пока, поэтому пока времени идет. Али, дай машинку снабжения вот эту одну свою. Да я, ну а что я сделаю, у меня, ну. Так какие там танки, блин. Он вон просто едет уже, он просто проезжает. Просто тушками давит туда. Смотрим, может Саня сбоку зайдет. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Ура! Достали нам! Райной красный, если Саня, блядь, нахуй, может хуй его знает. Желтый они пока не берут, что-то. Внезапно. От преп пришел, смотри, нифига себе. Пустая гаубица, сука. Пойдем. Да я уже направил. Сапёры ждут приказа. Ага. Будет как новый. Танкисты на связи. Есть атаковать цель.
готовы, товарищ командующий? Есть. Да ведем, куда надо. Батарея к бою готова. Есть. Пехота готова, товарищ командующий. Зачем? Пехота готова. Сейчас. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Маневр готов! Артиллеристы готовы, товарищ командир! Санёк, мост дальше можешь попробовать починить, а может, тебе будет удобнее. Спасибо, что напомнил. Артиллеристы готовы. Вижу цель. Есть. Сапёры ждут приказа. Бля, я желт, а машинку высадил, сука, тут в куст ставлю. Короче, профукал я вам игру, пацаны, сорян, но пожадничал. Оранжевый. А я не увидел просто вот эти кирпичи, видишь? И проехать не смог. 34-ки их сломать не могли. Те и слабые ребята, ё-моё, блядь. Это расслабились, называется. Неожиданно. Неожиданно, я прям в шоке тоже. Там карту-то никто не знал. Это ещё. Как
Работа готова, товарищ. Ну, если сани вот так вот пройти, взять вот этот флаг, потом зайти на остров. Да, Сань? Варик, надо ухренеть. Да, планы я тебе скажу. Эпичество. О, там, блядь, пиздец. Там, да, ого. Нормально там войск. Серьезно, ребят. А вот послал бы я на оранжевый всех, взял бы оранжевый, не прорыбал бы две артиллерии, спокойно оранжевый взяли, вот в Саня взял бы и дальше пошли хуярить. И хуй надо было забить на этот остров. И тоже знал, блин, что вот эта фигня там стоит, кирпичики. Что-то же мелочь, сволк, а все, атаку запорол. Я думал, я сейчас быстренько хоп, и там, да. Нельзя. Они взяли, да, вот этот желтый. Угу. А, нет, тот блядь. Нет. Так. Нет, тот еще нет, который посередке-то. А может взяли уже хуйню. Они взяли, вон бегает. Да, ихний штанг стоит спокойно, да, А, ну если они взяли сейчас Саньку, блин, понятно, да. Проблема будет. Только уходить в оборону. Да нет, тут как бы. Блин, у Сани столько техники, конечно, да. Подвели мы Санька под монастырь. Смотрели, атакуют. Нет, я ничего не остался. О, ничего этот. А. Так я один, чё ли, остался, вы чё, ребят? Да, ты один остался. Прости, Санёк, я виноват. Мой косяк. А была поддержка. Да. Вам с... Я думал, вы там с Али скоординировались. Есть. Да не, я лоханулся, это полностью мой косяк. Арту профукал, даже не понял, где профукал. Оранжевый надо было брать, а я пошёл на остров. На... Ну, короче, тут на остров не надо идти. Втроем было. Они сориентировались, ребята, лучше на карте, да, что? Приказа. Ясно. Пехота готова, товарищ командир. Есть. Батарея в бою готова. Сапёры ждут приказа. Пехота готова, товарищ командир. Есть. Расчёт. В бою. Артиллеристы готовы, товарищ командир. Да, неожиданно. Поехали. Вот и готовы, товарищ командир. Расчет. Бою. Все куда надо. Да. А это называется это. Недооценка противника. А, смотри, у них подкреп вышел. Прям только-только вышел. Бля, ну
Ебаный в рот, чё они стоят? Бля, крепкий танк вот этот, сука. Кёнингс Тигр, блядь. Две пантеры и этот Кёнингс Тигр ебанули в задницу и нифига, и уехал. Я его путку помощнее, бы не 88, какую-то 105-ку и все. Всем труба была. Да, ну сегодня толовую уже взяли. Угу. И даже красный уже не держит. Что-то готово, товарищ командир. Сапёры ждут приказа. Что-то готово, товарищ командир. Али еще с минометом с гаубицей бегает, блядь. Пехота готова. На родину. Даже с двумя минометами. Надо было идти к тебе на помощь, короче. Не-не-не, Сань, бесполезно. Это я лоханулся. Не надо было мне на остров идти. Вот и все, было все нормально. Надо было посмотреть, что эти укрепления там стоят, что бесполезно делать. Там было два варианта. Либо идти всеми на остров и ломать эти укрепления всеми танками, стоять его. Ну то весь центр был пустой. Сапёры ждут приказа. Есть. Ихни. Артиллеристы готовы, товарищ командир. Всё ясно. Самолёт летит. Приказа. Пехота готова. Ну, карта прикольная. Четвером сыграть. 4-4. Да. Сань, там еще войско Дарропа, блин, да. Идем куда надо. Сапёры ждут приказа, товарищ командир. Успею. Пехота готова, товарищ командир. А, там пехота, ёпт. Выходи, Сань, сюда. Куда? Потом... А вот я, мне кажется, на этот флаг, а потом на этот, они одиночные два. А я думал на этот. Нет, я уже все умер. Не-не-не, а мне написали, что уже все проиграл. Бля, еще так растянулась колонна. Сань, ла... Мосты ломай, Сань. Но не успеешь, наверное. Они просто вон с этими войсками толпой ходят и все собрали. А, вот под креп вышел. Бля, ну у ИСа пушка вот эта 122-миллиметровая, конечно, она, блин. Готово,
Ну, броня, конечно, говно. Пехота готова, товарищ командир. Артиллеристы готовы. К бою! Ты видит, все, падла ебаная. А хуй там солдатики, ёпт, высадил. Лопаются как просто, нахуй, пушинки, блядь, нахуй. Ещё задом бачком встал, блядь, нахуй. Бля, немецкие танки, я говорю, по броне, конечно, нормально. Всех перелопал, Саня. Пехота готова, товарищ командир. Ух, хорош. И на высоте сидят, да? Ага. Шоферы ждут приказа. Как новенький. Ага. Артиллеристы готовы. Блин, тут три танка осталось. Пехота готова, товарищ командующий. Шоферы ждут приказа. Как новенький. Есть. Готова, мне нравится немецкий танк, пехоту класть хорошо ими. О, у меня это, пехотинцы дошли сюда, прикиньте. Ни хрена себе. А у них машинка одна стоит, что ли? Да ладно, серьезно. Ну, Саня, вот двумя пехотинцами сейчас флаг возьмет, будет смешно. А он внизу зелененький, да, наверное. Ебать копать. Интересно, а мне подкреп дадут или нет? Жду приказа. Есть. Бля, сейчас еще Саня игру вытащит. Командир. У, не, вон, приехали тут все прям. А он, видишь, он даже, смотри, он даже пушки, ну, пехота с пушками просто катится и похер, бля. Саня, машинку уничтожь, ему с пушкой собой. Не, у меня все. Все, у меня вся тут коалиция была. Подвели мы с Санька, пипец нахуй. А, это зеленый, он двойной, ебаный в рот. А, он двойной? Я думал, одинарный, ебаный. Надо, бля. Все, короче, бля. Довезем, куда надо. Довезем. Есть. Довезем. Вот чем ты возьмешь там, он? Не возьмешь там ничем. У меня там армии там даже. Все, пизда твоя. Смотри, сейчас. Пух. Раз. Пух, два. И еще як тигр, сейчас смотри, стреляет. Не як тигр. Да, он тебя все сейчас зажмет со всех сторон. Ладно, выхожу, пацаны. Сорян. Ладно, на сегодня хватит, что-то как-то это. Было, но этот, значит, идти, блядь. Что я вообще надо... даже не заметил, ребята. Надо было мне на оранжевый, видите. Я просто профукался полностью вообще. Просто профукался. Артиллеристы готовы, товарищ командир. Ну ладно, пойду туда. Сериальчик. Да спать там. Да, спасибо. Спасибо. Еще раз извиняюсь. За последнюю карту. Чё, это вообще хрень собачья просто. Петушарне, как обычно, повезло. Они в реальном бою, когда все четко. Блять, пролетают, ну, как бы. Ну это вы... понятно. Ну ладно, давай. Давай, буду рад еще тебя увидеть, услышать. Ладно, да и увидимся, катимся.
Батарея к бою готова. Ну а чё, бывает. Сапёры ждут приказа. Есть. Пленных не брать. Артиллеристы готовы, товарищ командир. База готова. База готова. Есть. Артиллеристы готовы, товарищ командир. Довезём. Пехота готова. Точно. Пехота готова, товарищ командир. Пехота готова, товарищ командир. Есть. Сапёры ждут приказа, товарищ командир. Сейчас. Артиллеристы готовы, товарищ командир. Хорошо. Понял. Сапёры приказа. Артиллеристы готовы, товарищ командир. Есть. Пехота готова, товарищ командир. Ну чё вы там?
Подождите, парни. Да? Ну, у нас просто очень всего. Да хуя. Так никто уже давно не играет. Минут 15, наверное. Минус 3. Thank you.